Узбекистан. Расположен в самом центре Средней Азии, между ее крупными реками Амударьей и Сырдарьей. На протяжении тысячелетий этот край был местом пересечения культур и богатой истории. Здесь зарождался Великий Шелковый Путь, развивались зороастризм, буддизм и ислам. Здесь сохранилось множество мечетей и дворцов, поражающих не только своими масштабами, пропорциями, но и вкусом и мастерством строивших их зодчих. Сегодня Узбекистан – современная демократическая республика с отличным сервисом и развитой туристической инфраструктурой. Города Узбекистана встречают туристов сияющими минаретами, великолепными куполами и приковывающие взгляды мозаикой.